Приоралье начались работы по предупреждению паводковых ситуаций на реке Сырдарье. В текущем году, вопреки прогнозам, первые дни февраля в регионе выдались теплыми. И этот факт послужил дополнительным поводом для проведения плановых областных командно-штабных учений на территории Кармакшинского района Кызылординской области. Протяженность реки Сырдарьи на территории Кызылординской области составляет 1274 километра. На сегодня на Сырдарье определено 56 опасных участков. 5 из них находятся в Кармакшинском районе. Прямо сейчас в рамках командно-штабных учений идет укрепление дамбы вот этими мешками с песком. А сколько заготовлено инертных материалов в Кармакшинском районе, нам расскажет заместитель начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Жандос Досимов. На сегодняшний день подготовлено у нас инертные материалы в количестве 5 тонн горючих смазочных материалов. Также подготовлены 2000 метров проволоки, 1700 стоков камышей, 10 тысяч мешков с песком для эвакуации населения. Также подготовлены 5 приемных, также 5 сборных эвакуационных пунктов. Также ежедневно сотрудникам департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами ежедневно проводится мониторинг по руслу реки Сырдарья. Сейчас угрозы подтопления близлежащих к реке населенных пунктов нет. Уровень воды в русле Сырдарьи безопасный. Река полностью покрыта льдом только в Казалинском и Аральском районах. И вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие 5 дней в Кызылординской области будет стоять теплая погода. Ночью температура воздуха -1, а днем от 7 до 10 градусов тепла. Поэтому организациям, ответственным за ситуацию на воде, постоянно придется быть начеку. Алибек Байшуленов, Канат Несибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24.